65 миллионов лет назад мир, принадлежавший динозаврам, стал жертвой космической катастрофы, уничтожившей царство тираннозавра Рекс. В течение долгих миллионов лет кости последнего царя тираннозавров покоились в земле. Но на рубеже 20-го столетия ученые обнаружили их отдельные фрагменты на пустынных землях Северной Америки. Зверь был 6 метров в высоту и 12 метров в длину от головы до кончика хвоста. Сейчас, глядя на кости тираннозавра Рекс, мы лицезреем величайшую плотоядную машину доисторического периода. Энциклопедия. Тирекс. Королевский тираннозавр стал самым знаменитым в семействе динозавров, ярчайшим образцом их свирепости и силы. Для палеонтолога Фила Кури, который прочесывает пустоши Северной Америки в поисках костей настоящего тираннозавра, близкое знакомство с ним – редкое и захватывающее событие. То, что позволило костям так хорошо сохраниться, был факт, что тираннозавры проживали на прибрежной низменности. А там скапливалось огромное количество ила и сели из гор, возвышающихся на западе в то время. Кроме того, по равнине протекали еще и большие реки. И если тираннозавр падал в воду, то, скорее всего, там же был и похоронен. А быстрое захоронение – еще один фактор хорошей сохранности такого крупного животного. Так вот мы и нашли 17 скелетов тираннозавра в северной части Вайоминга, на территории Дуальберты и Соскачевана. Но вероятнее всего, ареал обитания тираннозавра был гораздо шире. Они жили везде, от Северного океана до Мексиканского залива. От многомиллионной популяции некогда полных жизни чудовищ в Земле сохранились всего лишь 17 скелетов, что дает нам ключ разгадать тайну этого свирепого мистического зверя.
О существовании короля динозавров не было известно ничего до 1902-го, пока бывший рабочий фермы из Канзаса Барнум Браун, разыскивая динозавров для Американского музея естествознания, не натолкнулся на его останки. Кость динозавра, используемая как офисная пресс-папье, привлекла его внимание. Браун установил, что она происходила из Хелл-Крик в Монтане. И что же он там обнаружил? Даже человек, который вскоре станет известным как мистер Кости, едва ли мог надеяться раскопать редчайшего из редких гигантских пожирателей плоти. Но именно его он и нашел неподалеку от крутого склона в каньоне. За 6 трудных лет раскопок он обнаружил несколько разрозненных фрагментов. Но уже в 1908-м Браун обнаружил практически нетронутый скелет, который он назвал «Мое любимое детище». Для королевского тираннозавра начался обратный путь в жизнь к легенде. В Нью-Йорке, в музее, начальник Брауна Генри Фэрфилд Осборн горел желанием показать миру животное, которое он назвал тираннозавр Рекс. Готовя скелет к выставке, Осборн и Браун по-разному моделировали то, как представить жившего в доисторическую эпоху короля ящеров-тиранов. Длинные, мощные задние лапы поддерживали тело в вертикальном положении, уравновешивая его длинным же хвостом. Массивная пасть была снабжена 13 острейшими, похожими на кинжалы, зубами. Тираннозавр раздробил бы легко любое ныне живущее существо и по праву назывался властителем той жизни и монархом своего семейства. Но почти 2 тонны костей не смогли смонтировать, так как Осборн и Браун представляли себе этого быстрого, чем-то напоминающего птицу-зверя. Остановились на компромиссном решении – придать статику его позе, которая, как мы понимаем, сегодня не была правильной, но которую мы созерцаем уже более 50 лет. Демонстрация тираннозавра Рекс в 1915-м стала поистине сенсацией. Шли годы, и рептилии превратились в монстров. Тираннозавр. Вставший на задние лапы тираннозавр Рекс стал звездой фильмов об эпохе динозавров. За долгие годы в ожесточенной борьбе за жизнь у этих мощных зверей появилась защита в виде брони. Восемьдесят лет спустя в Монтане кропотливые поиски настоящего тираннозавра, начатые Барнумом Брауном, продолжаются. Билл Гардск и его команда откопали первые фрагменты того, что он считает новой и важной находкой. Вот кусок кости, который я нашел на этом месте. Это конец малой берцовой кости, кости ноги. Видно, что-то впилось в лодыжку животного. А это весьма интересно с разных точек зрения. Во-первых, вы видите плотную сердцевину? У плотоядных динозавров кости были полыми. Первое указание на то, что мы нашли нечто по-настоящему важное. Не прошло и 10 минут, когда стали эти фрагменты. А Шон, руководитель группы, нашел еще кое-что. Это зуб тираннозавра. Видите, эмаль совсем стерлась. Но все равно остались бороздки, где проходили зазубренные эмали. И вот по этим фрагментам мы поняли, что откопали тираннозавра. Хотя и с помощью современных средств, охота на динозавра при температуре 35 градусов – изнурительная работа, требующая, тем не менее, скрупулезности, так что на откапывание всего скелета могут уйти годы.
Как и 100 лет назад, кости тираннозавра Рекса покидают пустошь. Но сегодня в виде ценного груза, завернутого в пластиковые мешки. Так. Ой, господи. Я держу. Окаменевшие кости – не единственные свидетели, способные пролить свет на то, как жили животные. Есть и другие факторы, восполняющие недостающие интересные детали. Любопытно, как жил тираннозавр, какие растения его окружали, какие деревья он ломал, преследуя свою жертву. Что произошло, если цветущие растения появились только в меловом периоде? Во времена тираннозавра они преобладали в мировой экосистеме. В Северной Дакоте мы обнаружили 90% окаменелых листьев, а мы нашли и собрали около 30 тысяч экземпляров, принадлежащих широколиственным цветущим растениям. То, что вы видите, это окаменевшие листья лавра и коричневого дерева. А вот родственники двудольной магнолии. А вот это современные сикаморы. А тут предки вяза. Во времена тираннозавра произрастали и хвойные деревья. Вот, например, предки болотного кипариса. Таким образом, общий вид напоминал Флориду или Южную Джорджию, где росли относительно невысокие деревья — 9, 10 или 15 метров в высоту, а ствол в обхвате был сантиметров 30. К тому времени, когда тираннозавры населяли территории Северной Америки, уже появилось большинство современных растений и животных. Соответственно, мир вовсе не был таким уж необычным, как представляется. Мы можем пойти в лес и спокойно обнаружить прародителей тех растений и животных, кто существует и поныне. И тогда были крокодилы и черепахи, и ящерицы, и змеи, и многие другие. Они все похожи на современных животных. Разница лишь в том, что крупные животные сейчас в большей степени млекопитающие, а тогда были динозавры. Как сегодня количество травоядных животных превосходит количество плотоядных, так и миллионы лет назад плотоядные динозавры превосходили по численности травоядных. Фил Кури, возглавляющий команду ученых, раскопал стадо утконосых травоядных, называемых эдмонтозавры. Вполне вероятно, что именно они служили любимой закуской у нашего тираннозавра. Но мы раскопали примерно 45 зубов тираннозавра, несколько маленьких триподов, а также кости со следами зубных укусов. Вы думаете, тут достаточно остатков эдмонтозавра, чтобы утверждать, что тут было их стадо? По крайней мере, мы нашли 8 крупных особей эдмонтозавра. Есть свидетельства, что тут были и более мелкие животные. Видимо, бродили и взрослые крупные особи, возможно, детеныши. Для меня это очевидно, что было стадо. Кладбище таких костей свидетельствует о том, что жертвы охоты тираннозавров были стадные животные. Они сбивались в стада, возможно, потому что мигрировали из области в область в связи с изменениями в пищевой цепочке. Я предполагаю, что тираннозавр набросился на этих двух зверей. И большого, и маленького, потому что они, видимо, отстали от своего стада. А на них-то тираннозавры активно охотились. Открытие прошлого века представили тираннозавра одним из самых яростных и злобных созданий в природе. Но все-таки как же появилось такое свирепое чудовище? Как оно вписывается в историю жизни на Земле? Сейчас мы уже знаем, что далекий предок тираннозавра Рекс ведет род от крошечного существа, чей череп умещается на ладони. Это Иораптор, или вор зари.
Он самый древний и первый хищный динозавр, известный нам по раскопкам. У него уже существуют модификации, выработанные в процессе эволюции 150 миллионов лет назад, которые есть у тираннозавра. Череп Иораптора имеет классические черты динозавра-хищника. Например, некая особенность в нижней челюсти. В средней ее части есть соединение, позволяющее животному при захвате крепко стиснуть жертву зубами, как будто она попадает в капкан. И такой же стык есть в челюсти тираннозавра. Оно есть у каждого хищного динозавра, известного нам сегодня. Но Иораптор — первый, кто обладал челюстью такого типа. Анатомия тела, проверенная на Иорапторе, стала эволюционным скачком. Считается, что даже птицы произошли в ходе эволюции от динозавров и обязаны своим видом далекому длиннохвостому предку. Но как же тираннозавр Рекс превратился из существа размером с собаку в 16-метровое чудовище? Многие годы ученые полагали, что он произошел от своего далекого гигантского предка аллозавра, последнего среди крупнейших зубатых динозавров. Это была гипотеза в пользу карнозавра. Она оказалась очевидной, но не была верной. У нас были очень простые представления о том, как разные группы плотоядных динозавров связаны друг с другом. В последние годы, по мере новых открытий в анатомии их тела, наши взгляды изменились. Когда-то тираннозавров относили к группе карнозавра, тоже плотоядному огромному существу. Поэтому и тираннозавра приписали к ним. Но сейчас, уже зная гораздо больше об анатомии, мы понимаем, что тираннозавр в нее не входит. Возьмем, к примеру, ногу. Если посмотреть на этот сдавленный третий палец, мы обнаруживаем такой же у многих динозавров мелового периода. Но они все маленькие особи. Они совсем не те огромные плотоядные наши знакомцы, как аллозавры. Судя по строению ног и другим признакам в скелете, теперь мы понимаем, что тираннозавры на самом деле были не крупными, но выродились в гигантов. И с другими плотоядными они не связаны, хотя те и были большими. Скрупулезная анатомическая работа довольно точно определяет, с какими динозаврами наш тираннозавр не имеет ничего общего. Но проследить его родословную назад во времени представляется довольно сложным. Огромный разрыв в летописях окаменелостей предшествует внезапному появлению первых крупных предков тираннозавра Рекс. Но недавно были найдены недостающие ключи на высоте 4000 в горах Альберты в Канаде, на застывшем во времени миллионы лет назад доисторическом пляже. Богатейшие свидетельства следов динозавров сохранились в угольной шахте Grand Cache в Альберте. В горных породах, возраст которых миллионы лет, мы нашли следы панцирного динозавра, разнообразных плотоядных динозавров и большого травоядного тоже. Все следы идут по тропинке на огромной скале, где в то время была болотистая грязь возле морского берега. Второго места, где есть столько хорошо сохранившихся останков динозавров, просто не существует, что, безусловно, имеет большую научную ценность. Конечно, нам пришлось немного повозиться, пока мы не определили, что это было.
Я абсолютно убежден, что тираннозавру эти следы не принадлежали. Но следы от длинных прямых пальцев подсказывали мне, что их оставил гигантский целурозавр. И сейчас мы считаем, что целурозавр, возможно, прародитель тираннозавра Рекс. Целурозавр стал точкой отсчета в эволюции тираннозавра Рекс. В отличие от хищных животных того времени, он хватал жертву пастью, а не передними лапами. Такие модификации стали ступенькой в эволюции тираннозавра Рекс и его необыкновенного облика. Самый ранний зверь из семейства тираннозавров назывался алектрозавр. Это было длинное, стройное животное с относительно длинными передними лапами. По мере эволюции лапы альбертозавра уменьшились, а голова увеличилась. Было довольно много подвидов тираннозавра. В настоящий момент их насчитывается полдюжины. Самый ранний окаменевший альбертозавр насчитывает 8 миллионов лет. Если судить по внешнему виду, он практически и есть тираннозавр Рекс. Но если учитывать специфические характеристики, то видно, что он примитивнее, чем истинный тираннозавр. Но кто же является ближайшим родственником тираннозавра? Но мнения разделились. Один кандидат — досплетозавр из Северной Америки, а другой — торбозавр, уроженец Азии. Торбозавра изначально называли тираннозавром, но у них есть различия. И если пристально изучать их специфические черты, например, расположение черепа по отношению к шее, то лично я склоняюсь к мнению, что торбозавр — наиболее близкий родственник тираннозавра. Последние находки в Монтане убеждают Джека Хорнера в наличии у тираннозавра американского предка. Досплетозавр, как я думаю, а также думают и другие ученые, был предшественником тираннозавра. Другими словами, тираннозавр — наследник досплетозавров. У тираннозавров есть большой рог возле глаза. Он-то и является отличительным признаком тираннозавра. А у этого животного, относящегося к досплетозаврам, он небольшой. И еще меньше он у примитивных досплетозавров. Но игра в определение предка может длиться долго, хотя тенденция налицо. По мере эволюции тираннозавры не только увеличивались в размерах, у них менялись и внутренние органы, чтобы соответствовать крупному телу. Если животное вырастает очень большим, то меняется его анатомия. В частности, это касается таких крупных плотоядных, как тираннозавр, потому что им требовалось уравновесить тело. У них передняя часть тела сбалансирована хвостом с точкой опоры, находящейся в бедрах. В случае с нашим зверем, по мере того, как он укрупнялся, его голова тоже непропорционально увеличивалась, чтобы в пасти помещались огромные, устрашающие зубы. В целом, изменения в тираннозавре происходили так, чтобы удерживать тело в равновесии бедер. У него тяжелый, удлиненной формы череп. А вот кости черепа полые. Шея изгибалась к хвосту с большей легкостью, чем у ранних плотоядных динозавров. Так, чтобы голова находилась как можно ближе к бедрам для удержания центра тяжести. А еще, если взглянуть на передние конечности тираннозавра, видно, что они становятся гораздо короче. Потому что, чтобы убивать, им больше нужна их голова. Конечности стали короче, и таким образом произошла экономия веса. Таковы были признаки эволюции у тираннозавра. Несколько лет назад, когда воссоздали облик тираннозавра, многие, глядя на него, могли подумать, что царь динозавров был медлительный, неповоротливый зверь. Но вскоре мнение изменилось.
Так мы прекрасно ощущаем, насколько огромен тираннозавр Рекс. И правда, он настолько массивен и велик, что долгое время мы думали, что он должен быть неуклюжим, тяжелым зверем. Но в последнее время мы особенно тщательно изучали строение его нижних конечностей и поняли, что не всегда то, что мы видим, соответствует реальности. Пропорции нижних конечностей тираннозавра позволяют нам считать, что он двигался очень быстро. Например, у быстрейших животных страусов верхняя кость ноги короче, чем нижняя. У тираннозавра мы наблюдаем идентичное строение. Нижние кости длиннее или той же длины, что и верхние. Смотрим дальше. Настроение пальцев на стопе. Ну, то, что у человека называлось бы стопой. И они тоже длинные. В целом, если изучить все характерные особенности строения конечностей тираннозавра, можно утверждать, что, несмотря на массивное тело, он был создан для быстрого бега. И, скорее всего, наш царь мог легко догнать любую потенциальную жертву. А Джек Хорнер, изучавший те же кости, пришел к противоположному мнению. Он убежден, что тираннозавр был приспособлен для ходьбы, а не для бега. Если взять кости плотоядных динозавров, например, траодонов, мы увидим, что берцовая кость и голень имеют разную длину. Берцовая кость короче, чем кость голени. И это является абсолютным для всех, кто не тираннозавр. То же самое наблюдается у страусов. И у эму, и у нанду, и у всех бегающих птиц. У быстро бегающих животных короткая берцовая кость и длинная голень. Бег характерен для примитивных созданий. А эволюция шла так, чтобы выработать все для ходьбы. Потому что до тираннозавра мы не встречаем динозавров, приспособившихся к ходьбе. У тираннозавра берцовая кость и голень одинаковой длины. Или же берцовая чуть длиннее голени. А это признак, нужный, чтобы ходить. Высокогорье Нью-Мексико могут предложить еще более явные свидетельства того, насколько быстр был тираннозавр Рекс. Мартин Локли исследовал окаменелые следы по всей Северной Америке. Он видел и рассортировал тысячи. Но один след получил особое отношение. Он настолько уникален, что его место хранится в строгом секрете. Мы находимся в охраняемой зоне в Нью-Мексико. Здесь за забором находится необычный и единственный в своем роде отпечаток следа. Единственный в мире отпечаток ноги тираннозавра. Видимо, след остался на берегу илистой речки. Потом был затоплен водой, когда случилось наводнение. А в дальнейшем засыпан песком. Этот отпечаток, заполненный песком, теперь стал песчаником. След примерно 3 фута в длину, 2 фута в ширину и, вероятно, 1 фут в глубину. Оставлен он зверем, который весил, ну, примерно 5 тонн. Занимает он область в 9 футов. Второго следа вблизи нет, а это значит, что длина шага была 9 футов. Если примерно подсчитать скорость, с которой двигалось это животное, то можно предположить, что она была около 11 километров в час, что для человека является скоростью бега. Движения современных птиц тоже могут пролить свет на то, как передвигались динозавры. Джим Фарлоу изучает австралийских эму и их сходство с тираннозавром.
Конечно, интересно было бы узнать, как жил тираннозавр, но он, к сожалению, вымер. А если нам все-таки хочется понять, каким он был, как передвигался при жизни, то стоит обратить внимание на современных птиц, чтобы получить какое-то представление о тираннозавре. И в качестве образца для изучения, я думаю, эму подходит, как никто другой. Мне кажется, что они быстрее, чем тираннозавр. В обычной жизни эму может развить скорость, ну, примерно 50, а может и 60 километров в час. Но точно вычислить, как быстро бегали тираннозавры, мы не можем. Но если учесть силу костей по отношению к размерам животного, то, видимо, скорее всего, ориентировочно будет 30 или 40 километров в час. Глядя на то, как эму ставит ноги, как он ходит, сразу видно, что он отменный ходок. Он не прыгает, как кенгуру. Его движение больше всего похоже на то, как ходил тираннозавр, как мы себе сейчас представляем. Поэтому мне особенно интересно изучать эму. Но эму и другие бесхвостые птицы не являются абсолютно точной моделью. Некоторые другие ученые предлагают иного родственника. Я сейчас держу в руках зверя из семейства крокодилов. Он водится в соленой воде, и у него много черт, которые могли быть у примитивного предка тираннозавра. Нам известно, что крокодиловые и птицы — ближайшие современные родственники тираннозавра. Естественно, нужно искать ответы у них. Мускулы, на изучение которых я потратил много времени, идут от хвоста. Как видите, у крокодилов длинные, мускулистые хвосты. И прямо там, где мой палец, расположена мышца, присоединяющаяся к берцовой кости, то есть к бедру. У современных птиц мы видим, что их хвост чудовищно изменился. То, что осталось от хвоста, это просто перья, а не мускулы или кости. Рентгенограмма доказывает, что есть хвост или он отсутствует, но это жизненный фактор в движении животного, будь то птица, крокодил или динозавр. На рентгенограмме хорошо видно, что крокодилы и птицы совершенно иначе переставляют ноги при ходьбе. Вопрос в том, какие именно шаблоны были у тираннозавра Рекс. Птицы в большей степени используют колени, а вот бедра у них неподвижны. В то время как у крокодилов в движении находятся бедра и, видимо, с помощью мускулов, идущих от хвоста до берцовой кости. На этом мускуле существует явное утолщение, присоединение к берцовой кости, что мы наблюдаем в раскопанных останках тираннозавра. Поэтому мы смеем предположить, что и у динозавров все работало таким же образом. Как я вижу, у тираннозавра мы наблюдаем уникальное сочетание черт, присущих и крокодилу. Похожий хвост и бедра. А от птиц — похожие колени, лодыжки и способ ходьбы. Так что получается, что тираннозавр Рекс передвигался так, как никто из животных, живущих в то время. Тираннозавр — огромный зверь с длиннющим хвостом. Но ему приходилось не только двигаться, но и размножаться. И вновь современные крокодилы предлагают нам понять механизм размножения тираннозавра. Примеры современных рептилий и птиц, а также нескольких редких окаменелостей, дают повод думать, что тираннозавр Рекс вил гнезда и откладывал яйца. Передо мной находятся яйца динозавра из Китая.
Вот эти яйца продолговатой удлиненной формы, судя по размеру, яйца тираннозавра Рекс. Чтобы вы видели, каковы они, я кладу рядом куриное яйцо. Но самое удивительное и редкое — это кладка яиц, к сожалению, разрушенная. Там находился эмбрион. Мы его хорошо видим. Можно отличить глазницу, череп, позвоночник, тазовые кости, заднюю ногу. Эмбрион такого размера, что можно предположить, что это тираннозавр Рекс. Можно представить, как он вылупляется из яйца и убегает в лес, а родители пытаются помочь ему адаптироваться в мире. Пять миллионов лет назад на Земле царили динозавры, а динозаврами повелевал тираннозавр Рекс. Быстро бегающий, огромных размеров, достаточно сильный, чтобы догнать и растерзать любую жертву. Но кое-кто осмеливается предположить, что тираннозавр был вовсе не убийцей, а мусорщиком, гигантским стервятником-мародером. То, что я утверждаю, противоречит общепринятому мнению. Это касается того давнего спора, существующего среди палеонтологов. Является ли тираннозавр Рекс хищником или стервятником? Для уточнения, скажем, что хищник — это охотник, а стервятник — зверь, питающийся падалью. И мы склоняемся к тому, чтобы отнести тираннозавра к стервятникам, несмотря ни на что. Хотелось бы думать, что он хищник. Все-таки его назвали королевский ящер-тиран. А образ короля не вяжется со стервятником. Но у охотников должны быть большие глаза. Они должны иметь хороший обзор. А если посмотреть на модель мозга тираннозавра, вот, на самую большую его долю, то видно, что значительные отверстия в черепе служат для органов обоняния. Нам удалось создать модель мозга, увидеть, какой он был, потому что мы тщательно изучили все окаменелости. Вот здесь наблюдается зрительная доля. Она очень мала. А вот область обоняния огромна и занимает большую часть мозга. Она внушительна, и это означает, что у тираннозавра было очень-очень хорошее обоняние, а зрения нет. Это противоречит анатомии зверя-охотника. А для стервятника — в самый раз. Хорнером спорит Фил Кури, стойкий защитник тираннозавра-охотника. Череп тираннозавра сужается в носовой области, что позволяет глазам смотреть в обратном направлении, иметь стереоскопическое видение. Кроме того, его уши расположены так, что он может улавливать звуки в разных направлениях. Может, они снаружи не отличаются от других плотоядных динозавров, но внутри у них другое строение. И у тираннозавра гораздо больше возможностей слышать более низкий звуковой диапазон, чем у других динозавров. Вероятно, тираннозавры охотились на динозавров, животных с низким диапазоном звуков. Поэтому и уши их адаптировались так, чтобы лучше слышать именно тех, на кого охотишься.
размеры тираннозавра скорее характерны для стервятника. Чем больше животное, тем больше у него шансов отогнать другого от убитой им жертвы. Такими короткими лапами тираннозавр никого не может захватить. И если мы захотим поймать курицу, если хотим есть, нам будет неудобно, если руки будут связаны. Все черты тираннозавра, что мы уже рассмотрели, подтверждают, что в целом тираннозавр — стервятник. Когда я вижу челюсти тираннозавра, я почти не сомневаюсь в том, что он хищник-убийца. Такие челюсти предназначены для чудовищной работы. Как и у других плотоядных, зубы у тираннозавра загнуты назад, а кончики зубов в то же самое время загибаются к центру ротовой полости. Это говорит о том, что зубы были приспособлены раздирать на части. Так что единственный способ спастись для жертвы был как можно быстрее попасть в глотку. В связи с тем, что зубы у тираннозавра такие огромные, у них глубокие корни. Поэтому они такие сильные, что их практически невозможно сломать. И зверь легко мог перемолоть кости жертвы. Поэтому и челюсти у тираннозавра такие глубокие, потому что 2/3 их длины занимают зубные корни. Здесь есть тонкие зазубрины, идущие по передней и задней части зуба. Они функционировали как маленькие крючки. И когда зубы разрывали мясо, крючки захватывали мясные волокна и протаскивали их сквозь крючки. А между этими зазубринами уже находились острейшие, как бритва, концы, которые и резали волокна. Теперь, если мы посмотрим на внутреннюю часть челюсти, мы увидим, что тут есть сильные мускулистые соединения, идущие снизу вверх. Так образуется мускульная масса, заполняющая всю область. Эти мускулы позволяют зверю сжать челюстями самую большую жертву и разорвать ее в один прием. Такого, например, как я, он бы перекусил в одну секунду. Можно сказать, что рот тираннозавра был полон острейших зубов. И если у вас есть рот, полный острых зубов, очевидно, что вы будете есть стейк, то есть мясо. Мы знаем, что тираннозавры ели мясо. Мы знаем, что они поедали динозавров, потому что у нас есть доказательства. Вот часть малоберцовой кости, кости голени динозавра утконоса. И на этой кости имеются следы, следы от зубов, от укуса тираннозавра. И то, что действительно интересно, мы видим ряд укусов. Там на самом деле остался кончик зуба тираннозавра. Так что есть абсолютное доказательство, что тираннозавры ели мясо, что они поедали других динозавров. Но ничто не подтверждает, что тираннозавр убил это животное. Но медицинская экспертиза другого утконосого динозавра дает более убедительные доказательства того, что тираннозавр был мощным, хотя и не всегда успешным хищником-убийцей. Я принимал участие в немного детективной работе с этим скелетом. В основном изучал ту область, где есть повреждения, около хвоста. Если мы посмотрим здесь, то увидим, что часть позвоночника отсутствует. Наблюдается заметный паз здесь, будто туда попал зуб тираннозавра. Мы видим, что он хорошо вписывается в этот паз. Скорее всего, эту часть позвонков откусил тираннозавр Рекс,
который атаковал жертву сзади. Теперь интересно, что вокруг этой кости позвоночника появились новые отростки, а следы укусов на соседних позвонках указывают, что животное выжило после нападения. И единственный зверь, который был достаточно большим для того времени, с такими мощными челюстями, чтобы перекусить такую кость, мог быть только тираннозавр. И я думаю, это убедительно доказывает, что тираннозавр был хищником, а не стервятником, как думают некоторые. В течение прошлого столетия бесплодные земли Северной Америки постепенно подвели к разгадке большой доисторической головоломки о жизни тираннозавра. Многие ученые сейчас убеждены, что они также раскрыли и причину их смерти. Узкая полоса осадочных пород знаменует конец эпохи динозавров и начало развития млекопитающих, являясь границей между двумя геологическими эпохами. Граница мелового и третичного периодов очень хорошо определяется именно там, где мы копаем. Ну, фактическая граница является очень узкой полосой глины, которая залегла здесь 65 миллионов лет назад. Мы можем признать это в глобальном масштабе. И это говорит нам, что что-то очень специфическое произошло в то время, в то геологическое время. Редкоземельный минерал иридий был найден в глине. Он был занесен астероидом, врезавшимся в Землю. Но был ли он причиной исчезновения динозавров? В любом случае, он произвел разрушительный эффект. Раскопки ниже границы говорят нам, что там были густые леса. И по всей прерии, какой мы ее знаем теперь перед границей. А прямо на границе, в некоторых отложениях, что я изучила, были и типичные кипарисовые болота. Такие же, которые можно встретить в южной части Соединенных Штатов. И над границей уже нет кипарисов. Все, что существует над границей участка, не подтверждает, что в округе росли болотные кипарисы. Они исчезли. Значит, какое-то событие произошло в этой области. И оно было весьма драматичным. Лес сравняли с землей. Вся растительность была буквально подрезана под корень. Могла ли единственная катастрофа истребить тираннозавра? В отложениях непосредственно под границей окаменелости нет, что дает повод утверждать, что динозавры вымерли задолго до удара астероида. Но недавно обнаруженный след из Нью-Мексико, кажется, доказывает, что динозавры там были. Тут самый молодой слой, где сохранились следы динозавров. А на 37 сантиметров ниже идет слой иридия. Ему может быть всего 1000 лет или меньше. А это свидетельствует о том, что динозавры в этом регионе, оставившие свой след на поверхности, жили вплоть до самой последней минуты. Они не исчезали медленно в течение сотен тысяч или миллионов лет до великого вымирания. Они жили до предпоследнего часа, если хотите. Если тираннозавр жил в той области до последнего момента, то он стал свидетелем такой разрушительной мировой катастрофы, экологического холокоста, что даже самый сильный из всех динозавров не смог выжить. Бескрайние и бесплодные земли поведали нам некоторые свои секреты.
Но вопросы остаются. Спрятанные где-то в этих каньонах находятся ключи к знанию о жестокой жизни и загадочной смерти самого мощного существа, которое когда-либо ходило по земле. Thank you.